Детское радио представляет. В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница. Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки, это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я так придумала. Меня ждут просторы России, самой большой на свете страны. Края необъятные с небом синим и реки такой вот ширины. Люблю путешествовать, в море купаться, вкусно поесть и в озера нырять, ходить по музеям и в горы взбираться. В общем, люблю я отдыхать. Каникулы. Лягушки-путешественницы. 131, 132. Лягушка, что это ты считаешь? Города, где я была. Хочу попасть в книгу рекордов Гиннесса. Туда все мировые рекорды записывают. Получу звание лягушка-путешественница мира. А можно стать самой красивой лягушкой-путешественницей или самой умной? Так ты и так красивая и умная. У меня для тебя задание. Отправляйся-ка в путешествие в город-рекордсмен. Искать самую умную улицу. Кручу, верчу. На каникулы лечу. Квак, эта улица может быть умной. Да еще и самой умной. И что это за город-рекордсмен? Где я? Лягушка, ты в Сибири. А город этот Новосибирск. Новосибирск? А что здесь интересного? Здесь много уникальных мест и явлений, подобных которым не найдешь в других городах. Они выше, шире, длиннее, в общем, самые-самые. Новосибирск внесен в книгу рекордов Гиннесса как самый быстро растущий город в мире. Менее чем за 70 лет он превратился из поселка в огромный город. Ты посмотри, какой он красивый! Согласна! Очень красивый, просторный, широкие проспекты, необычные, красивые здания. В Новосибирске находится самый длинный в мире метромост. Мост через великую реку Обь. По нему движутся поезда городского метро. В Новосибирске, конечно же, есть представительство одной из крупнейших энергетических компаний в мире, компании «Газпром». Тут все такое большое, ква! Река Обь такая голубая, сверкает на солнышке. Одна из крупнейших рек в мире. В самом деле, Новосибирск – город-рекордсмен. А где же самая умная улица? Интересно. Вот я иду, иду, все прямо и прямо. И все по одной и той же улице. Это одна из самых длинных прямых улиц в мире – Красный проспект. А еще в Новосибирске находится самая короткая улица в России. На ней всего 3 дома. Ой, вижу какой-то прекрасный дворец. Это Новосибирский театр оперы и балета. Символ и гордость города. И тут тоже рекорд. Здание театра самое большое в России. Театр я очень люблю, особенно оперу. Мне нужна самая умная улица. А это самая веселая и самая вкусная. Лягушка, ты обедаешь? Да, у меня сегодня на обед знаменитые сибирские пельмени. Кстати, ученые доказали, что голова лучше работает, если хорошо поесть. Вот я обедаю и думаю. Придумала. Что ты придумала? Самая умная улица, наверное, там, где собираются самые умные люди. Ква, где все учатся и что-то изобретают. Тут есть такое место? Есть. Называется Академгородок. Там находится Новосибирский университет и еще много научных центров и лабораторий. Их окружает великолепная природа, сибирские леса. Там очень красиво и уютно. Еду туда.
Удивительное место. Новосибирский академгородок. Институт физики, институт биологии. А здания какие необычные. А люди вокруг такие умные. Ой, студенты с книгами. Ты на проспекте академика Лаврентьева. Это и есть самая умная улица? Да, здесь очень много институтов и научных центров. Проспект академика Лаврентьева был внесен в книгу рекордов Гиннесса как самая умная улица в мире. Все, нашла, нашла. Оу, лягушка, ого, сколько у тебя книг! И микроскоп! Глобус, я решила стать самой ученой лягушкой-путешественницей. Ква! А каникулы как же? Каникулы обязательно будут, обязательно. Сейчас какое-нибудь открытие сделаю и сразу начну к новым ква-ква-кваникулам готовиться. Меня ждут просторы России, самой большой на свете страны. Края необъятные с небом синим и реки такой вот ширины. Люблю путешествовать, в море купаться, вкусно поесть и в озера нырять, ходить по музеям и в горы взбираться. В общем, люблю я отдыхать. Каникулы. Лягушки-путешественницы.